Мы вернулись. Дежавю. У меня с глазами не так, или флот вырос вдвое? Не так, как минимум вырос втрое. Впервые вижу такое скопление. Ну и? Вырубаем свет и двигатели. Ждем прибытия леди Хеллбендер. Она вообще прибудет? Она женщина слова, королева. Обещала собрать свое войско. И долго будет собирать? Очень долго. Нет. Нам нельзя медлить. Нужно спасать галактику и Ники. Мы просто обязаны добраться туда и сорвать им обряд. Мы такую армаду не осилим. Пушистик! Ракета, ты что вытворяешь? Наша цель — попасть на Сакрали и сорвать им обряд. Если атакуем в лоб, нас перебьют. Так что сейчас я устрою веселую дискотеку. Мой плеер! Да, с его помощью я забью твоей нелепой музыкой все каналы. И пока церковь будет искать источник... Мы вырубим движки и тихо пронырнем мимо них на борт Сакралии. Умно! Издеваетесь? Но как победим, слетаем за ним. Давай уже обратно. Давайте поищем место для парковки. Посмотрите на идиотов. Маскировка работает. И нечего так удивляться. Мы обязательно вернем iPlayer, когда все кончится. Прости, Квилл. Скорее всего, они разнесут его вдребезги, когда найдут. Эта жертва не должна быть напрасной. Можно это так не называть. И вообще, почему мы шепчемся? Я есть Грут. Я знаю, что они там, но они не слышат нас через корпус корабля. Но ты продолжаешь шептать. Потому что не хочу быть тем, кто все испортит, если они могут услышать. Но они не могут. Конечно, если бы могли... Галактики, хватит прятаться! Лорды-монстры Сикнарфа-9 жаждут битвы! Мы не прячемся! Крадемся! Нам просто нужно попасть на Сакралию живыми! Тогда мы будем рвать их и крушить прямо здесь, пока вы пробиваетесь внутрь! Ешьте, дети мои! Вскрывайте их раковины и пируйте, наслаждаясь аппетитным мясом! Вот это хардкор! Ну что, ребят, пока леди мочит всех вокруг, надо действовать! Погнали на Сакралию! Мы войдем через посадочный отсек, но туда еще надо как-то добраться! Может, пролетим мимо них? Можно! О! Зацепил я его! Я попал! Вот теперь это настоящий бой! Попадание! Этот готов! Завалил! Еще один!
Справляйся, Квилл! Не получается! Попал! Есть! А, какие быстрые! Повреждения есть? Кончай подставляться, их не будет! Попал! Вскоре бы это было больно! А! Нечестно! Берегись! А мы можем добавить! Нас бьют! Черт, как много турель! По нам стреляют! Не подставляйся, Квилл! Не получается! Если ты нас отгробишь, я тебя прикончу! Пустили! Мантис, ты точно умеешь летать? Да! Временами. Может, тебе лучше... К оружию! Враг на подходе! Ракета! Ворлока не видно! Судя по трекеру, золотая задница в центральном каменном массиве! Надо выбираться из ангара! Им об этом скажи! Ах, мне не хватает музыки, ракета! Мы почти в твою драку, Петрушев! Мой выход, Камора! Так вот, что называется духовным опытом! Леди, леди, контроль, это было эффектно! Да, Гру! Я уверен, они точно знают, зачем мы здесь! Вы вас слышали? Один перед потоку грустно и не лопну! Конечно, мы победим! Мы же Спарта, а? Сделай это, старояк! Вам давно пора перестать спорить по этому поводу! Устрой нас подут, ракета! С их стороны, это как-то не слишком гостеприимно. В прошлый раз нас так тепло приняли. Это будет наша последняя, наша величайшая атака на церковь. Как мне нравится твой запал, Дракс. Руби на кусочки. Давай, руби. Внимание! Заряжает своих стрижей! Сделай его, Брит!
мерзавец! Атомная передышка, Кон! Этот мерзавец усиливает своих корешей! Ой, выход! С их стороны это как-то не слишком гостеприимно! Понятно, проходит урон, как нас наоборот! Момент, чтобы сбросить одежду перед предстоящим боем. Нет, для этого нет подходящих моментов. Как мы можем быть уверены, что они не нашли способа обратить Ворбота? Это бы объяснило, почему он в плену, а не убит. И сюда сбегается куча этих подхвостов Веры. Он в депрессии чуть не надрал нам задницы. Ворлок ненавидит Магуса. Однажды он уже изгнал его. Может, они помирились? Ты выгнал нас с Грутом, но мы же здесь. Вы сами ушли. Это не важно. Нет. Если Магус обратил Ворлока, он бы уже был тут. Это корабль! Мантис, перестань! Не крути корабль! Не волнуйтесь за корабль! Лучше сосредоточьтесь на стрельбе. Скоро у вас прибавится гостей. Они уже здесь, Мантис! О, привет от меня! Небесная Мадонна шлет вам привет! Давай, труби! Так вот что называется духовным опытом! Разрешили! Давай, навались, коровя! Представьте тот хаос, который леди Хеллбендер сеет наружу! Ну что ж, мы вчетвером тоже тут! Они бьются без страха! Они полностью приняли обещание! Там, откуда они пришли, их еще миллион! Будем надеяться, Мантис и леди Хеллбендер найдут, чем их занять! Дверь накрылась! Хвост. Нам надо здесь пройти. Попробуй ее перегрузить. Они еще злятся на нас? Ладно, ладно. Нам стыдно за то, что мы устроили в прошлый раз. Нет, не стыдно! Труд, притормози! Думаете, они скажут нам, где Ворлок? А нам и не надо. Я пытался привести его в чувство. Разберите! Пора спать! Самый острый мяч в галактике! Но хотя бы Мантис еще не разбила Милану. Уверен, сучиная ведьма окажется весьма талантливым пилотом. Ум, наверное, уже половина.
половину армады растоптал! Когда мы победим, то всем не будем одежды добра, верно? Тогда мы опять за свое! Рот прав, они первые начали! Это же культ, у них должны быть уборщики! Это место навевает неприятные воспоминания. Я есть Грот. Грот хочет знать, не спятишь ли ты опять? Нет. Благодаря всем вам я раскрыл обман Матуса. Отлично, вот и уборочная команда. Я прячусь там, парни. Я не верю, что это настоящие уборщики. А, ну вот, нам сюда. Пошли. Звездочет, что значит сердитый оранжевый огонек на панели управления? Какой? Под наклеенной лентой. О, стал желтым. Снова оранжевым. О, желтым. Не обращай внимания. Ты заклеил мои предупреждающие огни? Они отвлекают. Ты потерял право пользоваться лентой. Это моя лента. Как можно обуздать кого-то столь сильного, как Ворман? Я бы начал с кляпа. Ты имел в виду Абдул?
тактический анализ, типа. Разум Питера Квилла совершенно непостижим. Это точно. Золотой мальчик там, за мной. Я не знаю. Да, прямо в открытый космос. Других вариантов у нас нет. Есть одна тебе. Ну да, искусственная гравитация. Корабль большой, она нужна для ремонта и прочего. Как же круто. Стойте. Так, ходу. Видите? Расплюнуть. Ага, сигнал идет откуда-то изнутри того гигантского камня. Ладно, за дело. Да, это куча железа стреляет по нашим чудовищам. Питер Квилл, впереди противник. Ничего, мы справимся. По открытому космосу посреди безумного сражения входит в топ-10 моих самых опасных затей. С лунной походкой было бы еще круче. Я ходила по нескольким лунам. Причем здесь... Ну, за. Что? Очень вас, здоровяк!
месяц я устал быть мишенью! Вметы! Топчушники! Неплохо! Ракета, можешь вскрыть замок на двери? Да, да, я посмотрю. Не сработало. Панель накрылась. Но у меня есть идея получше. Подождите. Вот как это делается. Просто отлично, пушистый. Не смей меня так называть. Внимание! У нас новые гости! Ты знаешь, что делать, ракета? Огроменный корабль! Несмотря на недостаток, держит примерно во всем! Пойдем дальше. О! Чудовище сбили! Просто необратно. Я думаю, оно окажется в Вальгале для чудовищ. Благородная смерть. Мантис, как там дела наверху? Так много мертвых. Всегда тяжелая вещь. Дверь храбрый. Просто держись, ладно? Мы продвигаемся. Поставить. Они точно не смогут отключить здесь гравитацию. Если они так поступят, постарайся сделать себя потяжелее. Можно сказать, как там дела в космосе. Знает, что мы хороним умерших. А-а-а, это не посадка, дури, это корм для червей. Ладно, давайте придумаем, как здесь пройти. Ведь мы вроде как спешим. А если бластерами, Питер? Надо двигаться дальше. Питер Квилл, я не смогу напасть на твою дочь, если она стала врагом. Я есть Грут. Конечно, ты не позволишь, Полец. Но что, если она не оставит нам выбор? Не то чтобы я совсем черствую, но с этим ребенком что-то очень сильно не так. Я разберусь. Даже если тебе... Я разберусь. Я есть Грут? Грут спрашивает, неужели здесь весь приход? Спасибо. Как думаете, что там внизу? Эй, пока еще не поздно сдаться. Вы не сдадитесь. Бросайте бластеры и мирно разойдемся, лады? Стрелять открыть! Стреляйте! Шаман благословляет свою маску. Делай это, здоровяк! Верующий палу в твоей руке! Нечего обмазываться! Мочи! Летучий гад усиливает своих! Летающее сознание питает их верой! Готовься к смерти! У меня новости!
Тут тоже отстойно! А где ты на этом корабле была? Здорово! Ракета! Бежим! Твою знать есть, что на свете все по-другому валилось! Зато у нас преимущество! Хорош, у них там целитель нашелся! И он за это поплатится! Веский аргумент. И мы их жестоко разбили. Кажется, будто какое-то чудовище вот-вот проломит эту стену. Но это было бы крайне паршиво. Может, двинемся уже? Я хочу покинуть этот закон. Отсюда не видно битвы. Ага, и леди Хеллбендер отсюда тоже не видать. И Финн фан Фума. Думаете, Фум еще злится? Мы смогли одолеть его в его же логове. Он навеки запомнит нас, как превосходящих его существ. Но теперь-то он питомец леди Хеллбендер, а она уж точно злится. Это правда. Ну что, вперед! Штуки какие-то клятые терминаторы! Нет, это мы их терминируем! Интересно, кстати, за себя не направлялись, пока не разбились! Не важно! Их путь окончится здесь! Я даже поцарапать его не могу! Народ! Бросим ему прошивку! А чек есть, чтобы вернуть! Это губка для патронов у меня уже в печенках сидит! Нет запаха лучше, чем горящая плоть твоего врага! Ах, пахнет, как внутри потной маски для Хэллоуин! Они даже горят отстойно. Да? А мне нравится смотреть, как они горят. Вот
Хотел бы я конфисковать этот корабль. Он, конечно, требует ремонта, но оно того стоит. Это же сколько краски придется извести. Я буду скучать по Каме. Тут для нее бы нашлось местечко. Должна отдать тебе должное, Питер. Серьезно? Твой безумный план и правда работает. Я не ожидала, что леди Хеллбендер придет. А я не был уверен, что мы вообще найдем Фума. Это сделали мы, не я один. Но именно ты свел нас всех вместе. И удержал вместе. Даже вопреки здравому смыслу. Это потому, что он у вас совсем не здравый. Вам просто всегда нужно слушаться меня без вопросов. Вот этого никогда не будет. А ну тихо все! Ракета, скажи, что мы уже почти на месте. Мы дальше, чем когда ты спрашивал в прошлый раз. Мяч! Не моя вина! Я только слышу на продвижение! Нам нужна передышка, Крон! Передайщики наступают! Этот летун уворачивается от моих выстрелов! Был такой... Хардкор? Да. Здорово, что твой плеер нашелся, Квилл. Так ведь ты его в космос и выкинул. Ну и что? Ничего же не случилось? С моей психикой случилось. Еще горячо. Надо как-то пройти. Я разберусь. Опять в дыру. Класс! Тебе нравится дыр? Черт, гигантский робот! Ненавижу!
вижу их. Я даже не уверен, что это робот. В каком смысле? Он работает на энергии веры, да? Она идет оттуда. Запускай, Дракс! Внимание! Как же хорошо, что королева чудовищ нас прикрывает! Что внутри этих штук кто-то есть. Я видела вещи постраннее. В любом случае, они жуткие. Пошли, нам все равно опять надо наверх, к Уорлоку. Не мешайтесь! Если мы выживем, то нам стоит пригласить леди Хеллбендер в нашу команду. Да она на нашем корабле не поместится. Она ростом с 3 квиллов. С 1,5 квилла, в лучшем случае. Одна лишь ее броня весит, как 6 квиллов. Дайте, а давайте проголосуем. Кто за то, чтобы пригласить леди спортивное трико? Ня! Я за. Нет. Итарквилл, Грут, ваши голоса. Я есть Грут. Конечно, я за, ты шутишь. Она просто офигенная. Вредная, но офигенная. Я есть Грут. Грут против. Значит, у нас 3 против и 2 неправильных голоса. Против больше. Это справедливо. Я признаю поражение. Однажды я несколько оборотов провела снаружи корабля, выслеживая хорошо защищенную цель. В итоге я решила, что у нее слишком много охраны, и вытащила ее через иллюминатор. Наверное, она до сих пор где-то там летает. Внимание! Берегись! Кала, сохрани! Неплохо, леди Хеллбендер! Такого я не ожидал. Удача на нашей стороне. Нас не засосало в смертельную бездну. Если Рейкер не отключит гравитацию. Будем надеяться, что он для этого слишком занят ритуалом. Мы уверены, что Уорлок на противоположной стороне. Ага, пока мы идем вперед, мы идем в нужную сторону. Мы нашли нашу цель. Мы здесь не погибнем. А если погибнем, то отправимся прямиком в Вултат. Уточнение. Я отправлюсь в Вултат, а вы отправитесь в те райские кущи, в которые верите. Но я спрошу, можно ли вам будет ко мне? Ты куда, Квилл? Я слушаю интуицию. Возможно, леди Хеллбендер присоединится к нашей финальной битве с Магнусом. Думаю, рук у нее на все не хватит. Зато как
Такие руки. Большие, сильные. Да, да, мы поняли. Явись нам! Покажи, на что способен! И куда он опять попёрся? Это называется разведка! Жаль, леди Хеллбендер со своей армией не выручила нас во время Галактической войны. Тут ты права. Но нам повезло, что сейчас она здесь. Да, давайте с ней не ссориться. Мы почти на месте. Это ты, что ли? Да. Спасибо, Страж Галактик. Ты помог Космо стряхнуть с себя обещание. Он больше не бежит за змеей, думая, что это палка. И смотри, Космо привел забвение. Да, мы заметили. И семью. Скажите привет, щенки. Я рад, что ты вернулся, старик. Ха. Космо совсем как те мерзкие блохи. Думаешь, что избавился от него, а он тут хватит тебе за зза! Какой хороший пес. Нет, Космо лучший из псов. Мы покажем этим мозгоблохам, как надо кусаться. В атаку! Я понятия не имел, что на забвении есть такие лучи. Офигенно! Этот пес держит лапу на кнопке с ядерной бомбой. Надо быть с ним повежливее. Как не стать закуской для чудовищ? Зверей часто привлекают яркие естественные цвета, но... Надо идти. Мы идем. Но нужно идти быстрее! Есть шанс, что в этой скале мы опять нос к носу столкнемся с Великим Объединителем. Тогда мы оторвем ему нос. У меня всего одна его рука. Я жажду пополнить коллекцию. Но в прошлый раз, когда мы его встретили, он надрал нам зад. Что это было? Сейчас! Шевелитесь! Матерь! Матерь! Это что, не могу говорить, занята! Вот опять! Нас тут сейчас расплющит! Нет, не в этот раз! И осторожнее на поворотах! Стоп! Что? Приспешники Рейкера не сдадутся без боя. Так же, как и мы. Мы пришли за Адамом Уорлоком. Приведите его сюда, и мы от вас отстанем. Тебя не слушаю. Ракета бомби! Готовься! Не, не думаю, что в армии Хеллбендер есть ракеты. Ты даже собираешь баум и флор. Как думаешь, вас тут множественные удары ножом, я ему гарантирую! Как мы поймем,
Когда-то в этих туннелях были шахтеры, а не эти уроды. Большинство этих уродов когда-то и были шахтерами. Напусти меня на этих глупцов! Эй, Квилл! Хочешь увидеть салют? Его безумие больше его не потревожит! Нечего обмахивать! Мочи! Да, чтобы разбудить их, надо бить еще сильнее! Прямо очень сильнее! Давно я никого не видала! Разберись здесь! Неужели Ник и правда где-то здесь? Противники на подходе, Питерфилл. Попробуешь их разумить? Это не сработает. Просто вали их, и все. Вы опять опоздали на исполнение? Вы что-нибудь чувствуете? Думаю, Магус поглотит и наши души. Уж это-то мы почувствуем. Не связывайтесь с землянами. Они продолжают наступать. Сигнал идет откуда-то из глубины шахты. Знаете про эффект флегрона? Один крошечный, чахлый флегрон пошевелит усиком и бам! Провоцирует всемирный хаос. Вот так стрельнешь в мешок слизи и нечаянно создашь культ смерти, который захочет ограбить весь мир. Даже не верится, что вся эта церковь возникла из кучки шахтеров. Лучше бы они продолжали копать. Хеллбендер могла поманить нас в ловушку! Я бы так и поступила! Не распускай, Драк! Покажи им ракету! Берегись! Сейчас я тут устрою! Кто-то все еще копает! Может, им Драк Металл для техники нужен? Золотая пижамка на объединителе не из дешевых! Такой огромный робот может немало вытерпеть. Крепкий гад! Придется постараться как следует. Кого? Нет! Ой, это очень больно. Нам бы мешочек такой руды пригодился. Когда мы уничтожим церковь, эти дряни перестанут торговать. Слишком опасно. Да, кажется, придется подназать. Спасибо, Крон! Нам нужна передышка, Крон! Эти блоки не могут пробить его корпус! Так давайте как-нибудь его разболим! Умей-то я ничего не взрывал! Очните, вас перед заблуждение! У тебя не получится им это объяснить, Драк! Не отдай ему, Крон! С радостью! У механического зверя кончаются конечности! Наши враги не отступают! И бог нас боится! И есть за что бороться! Закон боя в открытом космосе. Если на вас напали без причины, вы можете обобрать обидчика до нитки. У них на то была причина. А у нас было еще больше причин! Покажи, что умеешь! Ха-ха-ха! Да! Что-то маска забавно говорит! Пусть летит, Драк! Что дальше, Питер? Мне кажется, ему вообще пофиг! Отличная идея, дружище. Закончим с этим. Вернемся сюда и забьем багажный отсек. Продадим руду на черном рынке в качестве платы за работу? Звучит разумно. И
Это нам точно не перепрыгнуть. Питер справится. Да что? Питер Квилл владеет волшебным оружием. Досадно, что леди Хеллбендер не послала с нами кого-то из своих стражей. Инспекция по охране труда. Предоставьте нам документы, которые мы изучим. Страх, надо быстрее. Типа... Проверка безопасности. Вам не прошли. Вам вы не прошли проверку безопасности. Не трупы, Дракс. Верно. Ты знаешь, что делать, Квилл? Говорит, жаль его народ не увидит, как он спасает мир. Может, они бы ему помогли? Можете себе это представить? Целая армия грутов. Это кажется излишне ненадежно. Я знаю, но может сработать. Дыбом стал мех, тот энергии еще больше, чем на коре. Грут тоже это чувствует. Плохая энергетика. Паршивая аура. Верстак, конечно, ржавый, но мне ржавчина никогда не мешала. Мантис, как там наша временная линия? Гамора, привет! Как я рада тебя слышать! Ты жива и совсем не мертва. Ясно, больше с тобой говорить не буду. Да, не советую тебе там отвлекаться. Народ! Да у нас тут просто Рождество! Что такое Рождество? И еще один. Как отвлечь Рейкера. Начинается. Дракс, изобразишь сердечный приступ? Нет. Да, немного тяжелее обычного, но не жалуюсь. Будь осторожен с этими прыжками. Что если Рейкера и его людей признают мучениками? О, все члены церкви уже приняли обещание. Но в этом есть логика. Что за... Смотрите, как далеко они протянули связь с Адамом Уорлоком. Кстати, о золотце. Нас разделяет всего лишь эта огромная армия роботов-убийц. Это что, шутка? Они закрыли его щитом веры. Мы сможем отключить его, как тогда на забвении? Можем попробовать. Действия церкви вследствие истины не допускаются. Открывать огонь на поражение. Капитуляция не будет засчитана. Брат, мне хвост, они вернулись. Конечно, дайте им втык миросознания. Стражи Галактики, необходимо, чтобы вы покинули это судно, пока мы не начали обстрел. Исключено. Адам Уорлок на корабле. Неверно. Адам Уорлок погиб на галактической войне. Он здесь и живой. Он ведь жив еще?
Церковь похитила Золотого Бога. Мы его освободим. Вы сами сказали, Адам Уорлок единственный способен это остановить. Прекрасно. Мы приступим к истреблению сил поддержки. Пока. Немедленно. Страшно. Там незначительная преграда. Вступайте. Вы увидите весь разрушительный потенциал корпуса Нова. Так их! Мои ума! Миросознание могущественный колдун! Я знал, что миросознания объявятся. И мне забрать небесные лавры! Рудокопная клатушка! Устрой нам салют, ракета! Подожди! Горлок! Делай это, старая! Да, судя по трейдерам, впереди! Нет, такой огромный робот может немало вытянуть! Крепкий гад! Придется постараться как следует! Транспорт до золотой жопы. Главное, держитесь покрепче. За дроны, не за жопу. Великий объединитель. Унять! Всем лежать! Пришел покарать побежденного пленника. Наказать за низменность и недомыслие. Закрой уже свой рот! Вижу цель. Не надо! Мы не можем сейчас рисковать. Ты явился сюда, прямо перед нашим вознесением. Ради чего? Снова хочешь все у нас отнять? Я? Что отнял, ответь. Мою веру. И не только мою. Ты бросил свою паству. Ты бросил нашу с тобой церковь. Убедил нас, что наш Бог мертв. Мы лишились тебя и надежды на восстановление. Я думал... Ты обещал мне сына. Я обещал облегчение, пока ты планировал провощение. Расчетов полно, признаю, но свое сумасшествие ты создал сам. Хватит! Довольно! Истинно божественный сосуд ждет, а ты лишь шелуха, лишь бледная тень. Но даже ты ощутишь свет. Послушай, прекрати преступление! Рейкер! Стражи, порвите путы. Решительно Рейкер рвется реализовать ритуал. Ракета, вытащишь его? Есть выбор. Дай угадаю. Рейкер проворней показал себя, чем ты предвидел? Плохой путь поминать просчеты прошлые, творение Таноса. Вдруг вредная вера вольется внутрь вовлеченный, вскормив вечного врага. Только через наши трупы. Мы остановим их все вместе. Правда? Правда. Что ж, народ, погнали. Идем. Время воздуха важнее. Могу засунуть его обратно. Не соблазни. Манифестация Магуса малоприятна. Его ненасытное нутро накинется на нас. Только если ты не сожрешь его первым. Примитивно. Следует стереть сущность, давлеющую над девочкой. Но много ли останется от самой Ники? Если ее искра не истлела, то измучена и не ищет избавления. Это как сон. Дракс проглотил это обещание, но мы же его вытащили. Если бы не вы, я бы остался среди призраков своей семьи.
Магус мучил его малой мерой, посеяв в подсознании пагубную поросль. Девочке досталась другая доля — давление деспота десятикратно. Ты плохо знаешь Ники, она... Как Камария. Как не было. Как мой квантовый дезинтегратор X7200. Ваша вера в везение вдохновляет, но не настаивайте на невозможном. Похоже, золотая... Вил, ты не забыл про конец света? Бежим! Радуйтесь! Вы пришли вовремя, чтобы чудо увидеть! Великий Объединитель, заставьте их быть свидетелями. Охотно! Где же ты? Я освежаю тебя! Грот, попробуй!